Всем здорово! Вы на канале Поршень покинул чат, я Вадикс ТВ. Сегодня я вам расскажу, почему я выбрал именно М57D30. Поехали! Итак, все знают этот мотор. Мотор легендарный, мотор классный, мотор четкий. Поконкретнее. Первый аспект, на что я смотрел. Малая аварийность. Аварийность реально маленькая. По нем проблем практически нет. Первая проблема. Вихревые заслонки, их убрать, и все четко. Заглушки с AliExpress купили, выкинули нахер эти заслонки старые, засунули эти заглушки, все четко, проблем нет. Вторая проблема – EGR. EGR иногда засоряется, EGR иногда плохо работает. Покупаете комплект заглушек, переходник. Вот переходник. Здесь раньше стояла вот эта система вся EGR. Переходник вот такой берете, вставляете его сюда, подключаете, подключаете, шланг засовываете себе спокойно, заглушка раз, вон заглушка вторая. За EGR вы забываете, проблем нет, он в принципе, я против, сказать, что я против экологии, это херово, я вообще за экологию, но я за жизнь машины, я за экологию, там, сажу деревья каждый день, семена, всякие, короче, такого типа вещи. И с EGR мы справились. Все, проблемы на этом мотора закончились. Масложора у него нету, проблем каких-то еще там нету. Цепи тоже нету, цепи ходят там, я не знаю, космические суммы километров. Я не знаю, сколько, честно говоря, моя цепь проходила. Вроде как бы она еще оригинальная с завода, но я не уверен в этом. По одометру машина проехала 370 тысяч километров, там чуть-чуть меньше, 364 вроде. Я думаю, это неправда, потому что считали с блоков, со всего, короче, где-то за полляма там пробег. За полляма не менялась ни разу цепь. Цепь натянута, с цепью все в порядке, нету никаких там косячков по ней. Мастера проверили, сказали, все окей. Думаю, конечно, в дальнейшем ее поменять, потому что, рисковать не стоит, но... Если реально столько цепь проехала, то с мотором, в принципе, проблем никаких нет. Я столкнулся с одной проблемой. Подзалегали кольца. Почему я столкнулся с этой проблемой? Предыдущий хозяин не очень, я думаю, был порядочный человек и не очень любил свою машину. Здесь вот, где термостат, текло все со всех щелей, со всех дыр, там чем-то было замазано какой-то шляпой, я не знаю, чем-то, короче, они там залепили. Пластилином каким-то. Один хрен это не помогло, один хрен текло. И он ездил вот это с вытекающим антифризом. Ездил, короче, я думаю, доездился, мотор перегрелся, кольца позалегали. И я ее еще когда купил, я, наверное, год ездил с этими кольцами. Как я понял, что они позалегали, проверили компрессию, компрессии нет. Дальше ищем, вскрываем головку, открываем, кольца позалегали. Плюс еще там был немножко на цилиндрах такой, как химикат ржавчина, я думаю, это из-за того, что я заливал туда очиститель форсунок. Я уже думал, это проблема с форсунками. Там. Короче, много всякого было. Дошли до истины. Помимо колец поменялись еще вкладыши, потому что вкладыши были родные на коленвале. На распредвале вкладыши поменялись. Вкладыши были... Они были в плохом состоянии, не плохом, в среднем состоянии, но такому же, если мы его уже вскрыли, этот мотор, лучше их поменять. Мы их, короче, поменяли, все четко. Представьте, 600 тысяч километров, вкладыши, скорее всего, не менялись. Они еще могли поездить, может, 1050. Прикиньте, пол лимона мотор проехал, а там еще все нормально. Хрон, если я правильно сказал, правильно же, да, хрон? Слой. На цилиндрах, хрон называется. Короче, поправьте меня в комментариях, если я не прав. Я думаю, все знают, что такое слой на цилиндрах. Я просто живу в Польше, там немножко другие слова, я уже могу ошибаться. Специальный такой слой защитный на цилиндрах. Вот такие вот рысочки идут вот так. Они еще остались, вы прикиньте. Больше полуляма, хрон еще есть. Что это означает? Это означает, что... Двигатели реально стоящие, работали над ним инженеры, не работали эти долбанные маркетологи, которые на сегодняшний день делают машины с консервных банок, которые разваливаются просто. Honda какая-то там, Civic 2020 года, она уже вся ржавая. Посмотрите на эту машину. Она не ржавая,
А днище не ржавое, здесь ничего не ржавое. Машине 23 года. Эти выпускают консервные банки, которые гниют за 2 года. Короче, я это хейчу. Здесь вот открываешь дверь, ты открыл дверь, ты чувствуешь, дверь тяжелая. Ты ее двигаешь, но она реально, ну, ты ее закрываешь, звук. Вот. Вот эта дверь. Здесь чувствуется металл. Это металл. А вот то, что они делают, это, ну, это полная шляпа. Ты трогаешь, ты эту дверь, я не знаю, она весит как... Ну, у меня я гантели на бицепс поднимаю больше, чем эта дверь. Понимаете? Короче, к чему иду? Делали инженеры, делали так, чтобы было хорошо, чтобы было, что я думаю, ездило, оно не ломалось. И это получилось реально четко. Двигатель занял там 3 или 4 или 5 лет подряд. Самый лучший двигатель в мире. Из BMW это топ-1, М57. Второе, почему я его взял? Первое было аварийность, да? Второе, почему? Расход, маленький расход. Реально на 3-литровый мотор расход шикарный. Я в трассе могу выжать. Если ехать реально 90 км в час на 5-й передаче, ну это понятно, вряд ли кто так будет ездить, но можно выжать 5 литров, 4,5 литра. Какой 3-литровый мотор может, ну не считая какие-то там новые супер там напичканные машины, понятно, они тоже, ну плюс-минус в этих годах, там до 2010-го, какой 3-литровый мотор мог бы выжать из себя такое. Если ехать там 120, у меня она хавает примерно 6, 6,5 литра при скорости средней 120. По городу 10-9 литров, плюс-минус. Если вы владелец не такой, как мой предыдущий, и будете ухаживать за этим мотором, за этой машиной, это реально аппарат, который проедет еще кучу времени. Мотор, заливайте масло каждые 7-8 тысяч, меняйте, вернее, масло, каждые 7-8 тысяч километров, даже можно, в принципе, я меняю каждые там, ну, 9-10 тысяч, потому что здесь нормально. Топливный фильтр меняете. Ну, хотя в Польше, для Польши, типа, топливный фильтр я меняю раз в две замены, потому что здесь соляра более-менее нормальная, поэтому так. Воздушный фильтр. Если вы будете это все делать, поверьте, этот мотор реально проедет миллион и не один, потому что 600 тысяч примерно проехал, хрон есть, поршня в идеальном состоянии, вкладыши только поменялись. И то, скорее всего, это из-за того, что меняли, я знаю, там, как немцы эти меняют, там, раз в 4 тысячи, раз в 40 тысяч могут менять. Ну, если будете за ним следить, мотор в дальнейшем будет следить за вашими финансами. Вы их не будете вот так вот раздавать. Я немножко попал. Это, ну, с кем не бывает. Нашел, так получилось. Глаза засветились, глаза загорелись. Купил тачку, попал на бабки. Ну, я думаю, я ее продавать, в принципе, не собираюсь. Поэтому я в нее вложил. Я знаю, что она еще проедет, осталось там РМ может поменять и все. Также третий плюс мотора, в принципе, я на него особо не смотрел, но сейчас в дальнейшем начинаю засматриваться, это тюнинг. Тюнинг этого мотора, здесь можно поменять турбину, поставить усиленные поршня, то есть мотор податный, как-то сказать по-нашему, мотор поддается хорошо тюнингу. Там их, с них выжимали и 400, и 500, и 600 сил с этих моторов, с ними проблем не было, потому что чугунный блок, все сделано на совесть, все сделано качественно и четко. Поэтому насчет этого можно не переживать. В дальнейшем я хочу, правда, там немножко добавить, турбинку поменять, интеркулер и так далее. За мотор я не переживаю. Переживать можно было за коробку, потому что коробка автомат этого ничего не держит. Сюда поставлена механика. Механика все держит, с механикой все четко. Так что, ребята, это был короткий выпуск. Мой выбор М57. Всем вам советую тоже брать этот двигатель, как V60, как V39. Можно вообще перекинуть с бэхи своего Opel'а, если на чем вы там ездите, этот М57 мотор, и вы не пожалеете, потому что это реальный топ-1 среди моторов BMW. Если я о чем-то забыл, что-то не сказал, исправьте меня в комментариях, может быть, что-то сказал неправильно, критика нормально. С вами был Вадик с ТВ, вы были на канале Поршень покинул чат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик. Кстати, небольшая реклама. Если вы в Польше, вы сварщик или монтер, ищете работу, звоните под этим номером телефона. Я вам помогу, подскажу, какие есть варианты работы. До скорых встреч!